В Волгограде состоялся всероссийский этап отборочного тура международного чемпионата по парному спринту «Марафон легкой жизни Олтермани». В России марафон проходит второй раз и является отборочным этапом чемпионата мира по переносу зон, проводимого в Финляндии уже свыше 20 лет. В этом году состязания прошли при поддержке звездной пары Алексея Ягудина и Сати Казановой в двух городах России – в Самаре и в Волгограде. Алексей уже участвовал в данном проекте в прошлом году, он возглавлял как ведущий с Татьяной Навкой этот самый марафон легкой жизни «Олтермани». В этом же году мне выпала эта честь сопровождать Алексея. Кто знает, может, в следующем я его выпихну. Сопровождать – это как бы сидеть на Лехе. Да, сидеть на Лехе. И мчаться к финишной прямой. И ездить на нем. География наших марафонов, она увеличивается. Чем больше людей будет владеть информацией об этом мероприятии, о других мероприятиях, которые так или иначе связаны со спортом, тем, наверное, будет лучший результат, потому что дети – это наше будущее. И, конечно, мы очень рады видеть очень много молодежи на наших вечерах. В этом году более 80 пар приняли участие во всероссийском марафоне. Участники готовились преодолеть дистанцию в 250 метров и показать превосходные результаты. Такое прекрасное мероприятие, мы решили прийти все-таки, вот, и поучаствовать, воспользоваться возможностью, стараться состязаться с олимпийским чемпионом, не каждый день все-таки предоставляется. Поэтому, хотели бы попробовать провести прекрасное время, вот и все. Главный приз марафона легкой жизни Олтермани – поездка в Финляндию на турнир 2015 года. Чтобы отправиться на соревнования, волгоградские пары должны были не только победить в своем городе, но и побить рекорд самарской пары – 35 секунд. По итогам соревнований волгоградская пара стала третьей с результатом 38 секунд. Елисей Середа и Анастасия Мартынова всего лишь на 3 секунды отстали от победителей соревнований из Самары, который и представит нашу страну на международном уровне. Стоит отметить, что состязания объединили в себе спорт и романтику и показали, что такое сплоченная команда.